Автошоки в Турции продлятся еще как минимум 2 года. Об этом сообщил сейсмолог Орхан Татар. После 2 разрушительных толчков в Кахраман-Мараше зарегистрировано уже почти 9500 автошоков. Некоторые из них силой более 5 баллов. Есть разломы, которые могут вызвать землетрясения по всей Турции, говорят эксперты. Отмечу, в стране число погибших в результате удара стихии превысило уже 44 тысячи, а в соседней Сирии жертв насчитывается порядка 6 тысяч.